Всем привет, друзья! Сегодня на полигоне 5-2 Виторгана 177 мы прокатим машинку ГАЗ-63 63М. Но еще раз хочу повторить, что под каждым видео вы увидите ссылочки на скачивание архивов, синхронизация модов. Будет три версии там под видео. Так, давайте поставим ГАЗ-63 и ГАЗ-63М. Вот такой, значит, пересаживаемся. Все варианты будут вот такие. Это стандартный, у него два комплекта колес такие, и вот от ГАЗ-66 стандартные добавленные аддончики дефолтные. Есть, все это вот так ставится. Тяжко будет ему таскать, сразу предупреждаю. Просто 63-й, который. Также добавлены прицепы. Прицепы. Так, бак. Тю-дю-дю-дю. Вот так. Значит, бортент. Грузится груз у нас тут 400 литров, 400 ремонтных очков. Вот он там, коробки с бочками. Так, ладно, такой вариант бортовой. Можно, например, грузить. Да. Не можно грузить. Давайте поедем, да загрузим, что тут. Витязь кабины, но это изначально все было прописано. Упс. Синхронизация света сделана, уже автоматическая стоит. То есть в мультиплеере вы друг друга будете видеть с включенными фарами. Так. Давайте загрузимся. Бортовой. Короче, загрузить. Так, мне тут, наверное. А, наверное, я тут не смогу сейчас развернуться. Буду надеяться, что получится. Звук стоит прикольный. Там дефолтные шишиги. Короче, мне нравится такой звучок. Сейчас будем тут вот этим прицепом бороться, наверное, полдня. Нет, смотрите, получается. Ну, то есть все дефолтные аддоны на него, почти все, скажем, которые он может прицепить, тут ставятся. Ну, в принципе, они. Упс. Вот я пересел на машину. Видите, уже что получается. Аддоны одинаковые стоят, что на той машине, что на этой. Вот и просто добавлена мощность, поднятая подвесочка, также присутствует витязь кабины, анимации руля нет. По аддонам все то же самое, также синхронизация света, день, ночь. То есть, видите, габариты горят. Лучшую машинку, все, ничего не горит. Так, пересядем еще на этого товарища. Также, видите, габариты, все присутствует. Глушим, все потухло. Так, перепрыгиваем обратно на этого. Так, и вот синхронизация света. Парам. Все работает.
свет. Все есть. То есть вот так вы будете в мультиплеере видеть друзей, с которыми играете. А это от УАЗика свет-то падает. То есть вот и синхронизация видео. Все освещается. От УАЗика свет идет. Не светится машина. Так, ладно, давайте дальше добьем его по аддонам. Покатимся. Так, давайте пробежимся дальше. Гараж. То есть все прицепы цепляются, даже шишиговский вариант такой. С любым там можете как бы будку. Пункт. Так, какие-то ремонтные части, да, у нас на крышу цепляются. Так. Где же ты, где? Тут бортовой также подогнан. Бортовой. Давайте проверим гаражные части. То есть можно гаражные части с чем-то тут открывать, я не помню. 400 бутылок. Вот, 2 очка, этих 2 очка. Спокойно откройте гараж. Так, прицеп. Ну и со сцепкой. Вариант, тут по колеса марки стоят. И шишиговские вот такие. Прилеплены. Также все. Горючку цепляет. Как бы выглядит не страшно, в принципе, нормальненько так. Что у нас? Гараж, 4 очка. Вот, ремонтный. Сейчас, ладно, давайте прокатимся. Прокатимся. Давайте стрелку снимем. Борт опаска мешает. Опаску снимем. Борт поставим. Зверки, наверное. И погнали. То есть тут подвесочка немножко подрегулирована по-другому. Добавлена мощность на машинку. Добавлены колесики. То есть он будет помощнее, чем тот обычный 63-й. Этот как бы М, модернизировали мы его тут слегонца. То есть в комплекте будет сразу 2 у вас автомобиля. По аддонам все одинаково, что на том, что на этом. Кроме колес. Дело сидит, бублик крутит, все прикольно. Этот и бежит вроде быстрее. Хотел текстурку на нем поменять, но что-то поподбирал различные, но что-то как-то ничего путевого не нашел. В принципе, эта текстура вообще обалденно смотрится на нем. То есть синхронизация работает и задней, на всех аддонах, то есть как бы на будках, там, которые кунгах, борстенд, там все, синхронизация прописана, будете передний свет видеть, головных фар, габариты, задние габариты, ну кроме топов. Так можно свет вырубить. Такой будет, это в виде, наподобие ближнего будет как бы света. Но люди, которые с вами будут играть, тоже будут вот это все вот так видеть. Это будет у нас дальний.
намного приятнее играть. Одно могу сказать. Давай, старичок, газуй. Мод вообще, конечно, прикольный, обалденный. И сейчас вот вышло дополнение к МАЗу 501, тоже нужно будет его доделать. Кстати, вот ребята, где на сайтах вы если скачивали вот этот ГАЗ-63, то там он из воркшопа файлы. Тут файлы все я переписал, видите. Все файлы уже на английском языке написано, не будет он у вас эти иероглифы непонятные воркшоповские долбанные стоять. То есть уже плюс, как бы более интереснее играть, понимаешь, что где и как хотя бы примерно называется, а не так как с воркшопа сидишь там и ребусы эти гадаешь. Нажал это, нажал то. Тут все нормально прописывается. Переблочил я тут некоторые аддоны, чтобы одно на другое не лезло. Цистерна теперь с керосином не будет ставиться. Просто так нужно будет ставить обязательно глушитель. Спереди передний. То есть как бы так, в принципе. Ну, плюс запаска 66-го газона подогнал туда. Плюс весь дефолт. Плюс, опять же, автоматическая синхронизация света. И я думаю, что по сети будет намного приятнее вам играть. На данной машинке. Плюс вот добавлена вот эта модернизация 63М. Который более проще будет преодолевать преграды на картах. Поэтому я бы на вашем месте, кажется, скачал. Я думаю, что надо будет как-то какую-нибудь карту прокатить с ребятами на этих машинках, какую-нибудь маленькую, небольшую, заодно показать, как работает синхронизация света. Тут все присутствует. И, ребята, когда катаете полигон, сами понимаете, что машины есть. Ясный перед, что если тут газ до отказа сжать, машин тут будут по-убогому бегать и прыгать. Вы же реально на дороге такого не делаете. Вы иногда перед кочками притормаживаете, если вы умеете ездить на машинах. И тут надо также пользоваться газ, тормоз. Не с понятием, что тормоза придумали трусы. Но что все-таки вот, ребята, еще что не посмотрел. У него урона 400 очков. Я думаю, что надо как на всех машинах докрутить ему до 600 очей поставить, чтоб все по-честному было. Мод вообще обалденный, меня радует, особенно вот когда его подкрутили тут, долепили даже дефолтные аддоны. Намного как бы функционален стал он более. Не все, конечно, дефолты тут прописаны. Ну ладно, тут увидите, короче, грязь большая, давайте по-быстрому объедем. И вот так-то он, видите, по грязи ползет. Вот сейчас еще как перевернемся. Самый хардкор там нас затащит, а эх. Хотя я говорю, тут сейчас с такими колесами проходимость у него. Мощность двигателя увеличена. В принципе, он сейчас вообще едет. Вот именно вот этот едет вообще хорошо. Хотя и тот, в принципе, можно как бы два на тех, два на этих. Если вчетвером играть. Хотя я думаю, что все захотят на этом ехать, наверное. Но это не любители, как бы. Тот
63-й тоже немножко подкручен там, потому что там вообще мотора не было, можно сказать. Такое ощущение, что он там не дрова, а спички должен возить вообще. К нему цепляешь прицеп, он вообще никак не хочет ехать. Нет, поехали. А делать такие моды вот наподобие. Шишигу сделали вот дефолтную, да. Ну смысл от этой шишиги тут вообще. Поставится два аддона, один комплект колес. Функционала ноль. На УАЗике больше проедешь быстрее, наверное. Точки пооткрываешь, если с таким учетом разведки его ставили. Запихивали ту шишигу сюда. Хотя я думаю, сейчас можно будет попробовать ее подправить там хотя бы по функционалу ЗИЛАСа 130-го, что-то попробовать на нее прописать, будет ругаться игра, не будет. Если не будет, то я вот обязательно посмотрю, сделаю хотя бы функционал, чтобы она возила бревна, поднакрутить ей моторчик, чтобы она хотя бы ехала. Ну, дрова, естественно, тут все сами видели, загружаются, разгружаются. Естественно, автономки тут никакой на нем нету, это надо его грузить уже либо автоматической погрузкой, либо вручную, чтобы кто-то грузил там, я не знаю, КамАЗом, Уралом, что там будет. Ладно, прицеп, прощай. Скинуть груз, отцепить прицеп. Все, до свидос. Ага. Не прокатило. Все прокатит. Шины прострелю. Ну ты гляди вообще, какой нехотюнчик. Ты что такой? Тебя с повышайкой что ли. Опа. Опа. Вот так вот надо проезжать преграды. Оп-оп-оп-оп. Перевалились. Подвеска рабочая, сами видали. Как бы мод-то вообще обалденно. Чуточку его тут доработали. Со светом поиграли, с моторчиком, подвесочкой. Стал он еще прикольней. Я так считаю, так. Давайте на повышайке сейчас его. Уровни тут проверять не будем. Ясный пень, чтобы все работает. Молчтень. Синхронизация света. Все на ура. Ну вот синхронизация, видите, там машины стоят, светятся все. Все обалденно. Так, давайте нам. Подвесочка, видите, все эти ямочки, он все перекатывает, проглатывает. Все супер. В принципе, я говорю, можно и на том как бы играть. И на том интересно. Ну, на этом, конечно, еще интереснее. Не сильная тут доработка. Ну, со светом пришлось повозиться. Аддончики поподгонять. Поиграть с подвесочкой. А так, в принципе, не говорю, тут мод вообще супер приятненький такой. Так, еще посмотреть, сколько он тут гоняет. 30, ну, за дровами. 36, 37, 38, 39. Ну, я думаю, без дроба, наверное, 40 побежал. Кстати, в реале вот такой вот газон
Он есть. Я вложу, наверное, там с архангельскими номерами, 29-й регион. На арочных колесах он с будкой камуфляжной. Такой фоточка будет лежать. Не забуду, если кто запихнул. Смотрится вообще обалденно. Старичок, а еще жару даст, знаете. 39, ну, эх, около 40-то где-то. Я думаю, что вообще отлично, как бы, для старичка. Ладно, дунем с дровами, что, тоже хорошо. Состояние, это никому не интересно, это скорость. Тут главное, чтобы говно месил хорошо. О, давай, 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 давай. О, блин, тут и скрин-то надо было фигарить. О, ну сейчас мы так скрин, наверное, сделаем. Смотри сюда, тебя снимает скрытая камера, чувак. Алёша, поехали. Ну-ка, скинуть эти дрова. Давайте разлетать спички. Ух. На ура просто. Обалденный газончик, одно могу сказать. Оп-оп-оп. Попрыгун такой. Это вот машинка получается, версия 63М. Модернизированный. Модернизированный. Компании драйвер 51 рус. Видите, хорошая машинка, она сразу как бы пробивает большое желание не сильно ее исковеркать, как бы. Я думаю, что я наши доработки не коверкуют автомобиль, а в принципе немножко улучшают, плохого ничего не делают, как некоторые товарищи есть, специалисты запоганить моды. Я думаю, что мы своим, скажем так, рукоприкладством моды не поганим. По крайней мере, это мое личное мнение. Не знаю, может, вас это не устраивает, и вам нравится то, что оно есть, как было. То есть как-то так вот, ребята. Все, не могу нарадоваться на синхронизацию света, просто супер. Мультиплеере это вообще обалденная штука. Ну вот, на этом, наверное, закончим обзор нашей доработочки ГАЗ-63, 63М. Два варианта. Вот справа стоит просто 63, немножко подкручен мотор, добавлены дефолтные аддоны. И 63М модернизированный, тот же самый, чуть больше поднакручен, приподнят, подвесочка немножко тут поднаделана, моторчик. Я думаю, что порадует, плюс синхронизация света идет у него для мультиплеера, как бы, поэтому, ребята, вообще должно быть в радость, как бы. Авторам мода вообще огромное спасибо. Машинка супер.
Еще бы она была не воркшоповскими его файлами, так было бы вообще замечательно для вот, например, если наша доработка вам понравилась, ребята, вы уж как-нибудь постарайтесь не запихивать в воркшоп файлы. Очень тяжело перерабатывать. Понимаю, что многие как бы коверкают моды, но я не думаю, что когда я прикладываю руки к модам, я их сильно коверкаю. Я думаю, что мое, опять же, сугубо личное мнение, что я не порчу автомобиль, поэтому и добавляю больше функционал. Поэтому, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому понравилось. Пишите в личку. Бывают косячки там. Иной раз пропускаем. Люди пишут, исправляем. Так что всем приятной игры. Авторам еще раз спасибо. Не знаю, не помню точно, кто авторы, ребят. Ну, везде в группах прописано. Извините, конечно, что не записал. Уже мозги, знаете, закипают от воркшоповских файлов, когда их ковыряешь. Эту головоломку Лего-Го. Так что вот так вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, скачивайте синхронизацию. Синхронизация рабочая. Пока еще никаких обновлений в игре вроде не грядет в ближайшее время, насколько мне известно. Поэтому пока сейчас оно все будет работать. Дальше я не знаю, как обычно после обновлений все как-то умирает. Все приходится делать по новой. Так что, ребята, качайте. Качайте, катайтесь. Ссылочки будут под видео на канале. Две. Не сможете скачать по первой, качайте по запасной. Всем пока. Удачки.